Мы вас ждали. Но мы ждали вас. Всем привет! Мы продолжаем нашу серию роликов про музей московского транспорта, который находится за моей спиной и который находится в опасности. Сегодня мы спрашиваем людей, которые проходят непосредственно мимо него, чаще всего это, конечно же, жители Таганского района, об их отношении. Конечно же, подавляющее большинство, с которыми мы уже поговорили, категорически против сноса, но есть и те, которые относятся к этому нейтрально и даже положительно. Здравствуйте. Как относитесь, да, приятного аппетита. Как относитесь к тому, что вот здания этого музея могут быть снесены и построены на их месте высотки? Плохо. Объясните, почему? Ну, мне из окна плохо видно будет. Я бы хотела там купить квартиру. Просто сегодня первый день в Москве, вот такая история. Хорошо. Негативно отношусь, потому что это крутое здание и крутой музей. Как думаете, удастся отстоять? Я думаю, что удастся. Спасибо. Ну как, это же красиво. А как вы думаете, удастся отстоять? Сомневаюсь. Искренне. Когда же вы снимаете? Мы за фудкорт. Мы против. Поддерживаете? Да. Нет, мы против строительства каких-то высокоэтажных домов, за фудкорт. Максимум трехэтажные пусть строят дома. Ну, музея уже не будет, как мы поняли. Мы за фудкорт. У нас в районе проблема с нормальными приличными заведениями. Вот приходится ходить хотя бы на рынок. Так что мы за фудкорт. Во-первых, атмосферно. Во-вторых, много всего. Да лучше поставили музей, я считаю. Тут и так домов достаточно. И там тем более построили уже жилой комплекс. Я бы хотел, чтобы остались. Вот. А так не знаю, удастся, не удастся. Отрицательно, наверное. А как думаете, вообще удастся отстоять? Вот сейчас жители активно борются против того, чтобы их снесли. Сложно мне сказать, удастся или нет. Но если хотя бы пробовать, то, думаю, что-то может из этого выйти. Здание историческое представляет для района такую определенную значимость, визуально вставляющую дальше. Как думаете, удастся отстоять? Я думаю, да. Хорошо. Хотелось бы верить. Позитивно, спасибо. Как относитесь к тому, что здания вот этого музея ретро-автомобилей бывшего могут быть снесены, а на их месте высотки построены? Плохо. Можете объяснить, почему? Я здесь с 78-го года. Как думаете, удастся отстоять территорию? Издание. Нет. Искренне. Бабло имущие все решают. Никто никого не послушает. Кто больше заплатит, в зависимости от того, сколько заплатит, все равно нахрен все сравняют. Что делать, рекомендуете? Все, мечтал под статью попасть. Музей давно стоит, мне нравится. А как думаете, удастся вообще отстоять все это жить? Я думаю, да. Ну, вы знаете, честно, я вот в этот музей не ходил и как бы не посещал, и он мне, честно, не интересен, но как человеком меня беспокоит возможность высказаться, так сказать, свою точку зрения какую-то сказать. И если без решения там жителей района что-то менять, то это не очень красивая история получается. Хорошо, спасибо большое. Ваше мнение по поводу того, что эти здания могут вскоре быть снесенными? Музей, вы про музей? Да. Нет, конечно, не знаю. Все, смысл со временем. История. Спешу. Очень быстро. Можно? Нельзя? Ладно.